И они приходят и говорят... Такая искусственная самостоятельность. Искусственная самостоятельность, да. Они привыкли справляться в одиночку, так же, как совсем маленький ребеночек в детстве. И если они не справились, то они чувствуют себя же виноватыми или себя же неправильными. Угу. Вот. И не так просто для консультанта найти здесь подход, потому что если консультант от всей души говорит, нет, хорошо, что вы обратились за помощью, это не совсем то, что этот человек может услышать. Угу. Потому что тут такое предложение иногда даже его как бы еще больше оставляет в ощущении, что он неправильный. Угу. Вот. Пожалуй, такое вот общее будет замечание. Вообще, больше стало обращаться людей с нарциссическими запросами последние годы, потому что больше ценность отношений в обществе. Угу. Как только в обществе стало больше ценность отношений, то, что я не могу вступить в отношения, а другие могут, а как же я, вот эта тема стала горячей.